Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова, и я сегодня совершенно без макияжа и ждала полдня, когда курьер привезет мне мой заказ, потому что я ждала вот эту волшебную коробочку. И даже несмотря на то, что у меня еще не закончился мой комплекс Novecce, я решила выписать новинку из серии «Экологен». Сейчас покажу вам, что в коробочке. Та-дам! Смотрите и любуйтесь. Хорошо вам видно? В этой коробочке у нас есть специальное очищающее средство. Я его распаковывать не буду, потому что оно точно такое же, как и в предыдущей серии. То есть очищение не меняется. Сейчас я достану свое, которым я пользуюсь. Немножечко вам собью картинку. Но сейчас все вернется. Вот, оно вот так выглядит с дозатором. У меня здесь еще даже больше половины. Я им сейчас буду умываться. Далее у нас здесь крем для глаз. Сейчас буду распаковывать. Потом сыворотка. Сыворотка «Экологен». И два крема. Ночной и дневной. Нам понадобится дневной. У него коробочка посветлее. Так, достаю все, что мне сейчас нужно будет. А эту коробочку убираю в сторону. Так. Раскрываю крем дневной. Почему я решила заказать этот набор? Девочки, ну вы меня наверняка поймете. Каждый день, когда смотришь на себя в отражение, хочется выглядеть еще лучше и лучше. Но, к сожалению, время нас не щадит, и, естественно, появляются морщины. Первые мимические, потом меняется цвет кожи, да, потом появляются более глубокие морщины, теряется овал лица и много-много всяческих проблем, которые связаны, в первую очередь, конечно, с возрастом, да, то, что это неизбежно, а во-вторых, это тут играет роль и питание, и вода, и воздух, прогулки, занятия спортом, наши мышцы. Мышление даже занимает не последнее место в этом рейтинге, да, факторов, которые влияют на старение. Смотрите, какой крем для глаз. Он стал другой. И что я сразу отмечаю в сравнении с прошлой серией, он с дозатором. И это очень удобно. То, что мы можем просто нанести на пальчик и распределить по всем глазкам. Такой же крем в таком формате у нас в серии Ultimate Lift. Далее открываю сыворотку. Сейчас с вами все рассмотрим. Мне тут даже котик пришел помогать. Сыворотка. Тоже изменился флакон, и цвет его стал немного другой, как вы видите. Сыворотка тоже с дозатором. То очень-очень классно. Так, уберешь ты свои ушки отсюда, котик. И дневной крем. Последняя баночка у нас, которую сейчас будем пробовать. Вот такая вот классная, крутая баночка. Итак, почему я решила заказать все-таки эту серию? Если вы помните, то прошлый комплекс и вообще все комплексы Novecce, они дают нам эффект, вот такой вот результат, который мы хотим получить в течение 3 месяцев. То есть нужно 3 месяца пользоваться серией, чтобы полностью обновились клеточки, чтобы все компоненты проделали свою работу. И после этого мы видим такой результат. То есть гладкая кожа, подтянутая, румянец появляется. И так далее. В новой же серии «Экологен Wrinkle Power» совсем другой эффект. То есть нам гарантируют, что с одного применения уже морщины будут сокращаться визуально на 49%. И я очень хочу выглядеть еще лучше, чем сейчас. Что входит в состав? Ну, вкратце, назову 3 компонента, которые мне прям очень понравились, даже побольше. Первое – это низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая мгновенно наполняет клеточки влагой и сразу кожа разглаживается. Потом стволовые клетки Эдельвейса, трипептид-комплекс, экстракт морского гребешка, пептиды, да, все. Все, что запомнила, и эти компоненты, они просто бомбические. Я уверена, что эта серия будет у нас просто легендарной. Так, давайте уже быстрее пробовать. Я начинаю с умывания. Сначала просто смачиваем кожу лица водичкой. А гель-тоник для лица можно наносить 2 способами. Можно просто наносить... Сейчас вам покажу, как. Вот взять такой специальный спонжик, намочить его, сюда капнуть 1 дозу геля, взбить, получается пенка, и потом пенку мы распределяем по коже, не спонжиком, а пальчиками. А можно просто взять гель-пенку вот так вот на руку немножечко, ну я 1 нажатие делаю, распределяю подушечками пальчиков по всему лицу и
начинаю проходить по всей коже легкими массажными движениями. Я сравнивала и так, эффект получается просто обалденный, то есть кожа шикарно очищается. Я пробовала тоником потом лицо протирать, ватный диск абсолютно чистенький, так все смываю. Полотенчиком аккуратненько промакиваю лицо. Сразу такая свежесть. Мне очень нравится это средство. Кстати, я ему аналогов просто не нахожу. Оно просто чудесное. Следующий этап. Мы берем крем для глаз. Посмотрите поближе на кожу вокруг глаз. То есть у меня есть мимика. Вот так, если прищуриваюсь, да, видно, что вот есть уже морщинки. К сожалению, они появляются. Никуда от них не деться. Так. Оп. Смотрите, делаю... Очень много, кстати, выдавила. Нечаянно два раза нажала. Но ничего страшного. Выдавила одну каплю, распределила напополам. И вот такими вот аккуратненькими движениями раскидываю вокруг глаз. И также пальчиком вот стаккато аккуратненько вбиваю по кругу. По верхнему веку мы двигаемся от внутреннего угла к внешнему, а по нижнему наоборот, от внешнего к внутреннему. Ну, крема много нанесла, ну ладно. Первый раз можно, не буду жадничать. Кстати, крем для глаз я наношу на самые такие явные морщинки, например, на носогубные складки, на кожу вокруг губ, чтобы она тоже расправлялась, потому что вокруг губ тоже появляются морщинки нежелательные. К сожалению, да, они есть. Не знаю, сказала я, сколько мне лет? Сейчас еще 44, а 17 мая будет уже 45. То есть осталось буквально полтора месяца, и уже будет такой возраст, мама. Так, следующее пробуем сыворотку. Как наносим сыворотку? Ну, открыли. Я наношу вот на это место тыльная сторона руки. Смотрите, аккуратненько подушечками пальчиков набираю и начинаю вбивать кожу лица по восходящим линиям. То есть, как у нас направление идет массажных линий, так же я и направляюсь. И вот это вот стаккато похлопывающее, оно помогает сыворотке впитаться. Кстати, аромат какой! Абсолютно другая серия. Я вот решила себя побаловать, чтобы к дню рождения, к своему юбилею выглядеть еще круче. Так. Как нам говорит компания, эффект мы увидим уже через 20 минут после того, как нанесем средство. Я надеюсь, не будем ждать 20 минут. Оно подействует быстрее. Ну, конечно, не забывайте про шею. Если у вас удобное, ну, как низкое декольте, обязательно работаем с зоной декольте. То же самое. Умываем, наносим все средства, как для лица, потому что кожа одинаковая. Ну, пока я не вижу особой разницы, вот в глаза хочется, конечно, чтобы прям расправились и все, и засияли. Сыворотка очень быстро впиталась. Небольшая липкость еще вот сохраняется, но это неплохо. Я открываю пока баночку с кремом. Сейчас, секунду. Крем на запечатанный фольгой. Я фольгу снимаю. Ой, я лопаточку забыла. Хорошо, я буду крем брать с фольги, не буду туда пальчиками лазить. Кстати, консистенция у крема немножко другая, нежели была раньше, я думаю. И его тоже нужно не размазывать, а наносить вот такими вот встукивающими, похлопывающими движениями. Так. Представляете, какой кайф? 2 минутки в день, чтобы, для того, чтобы выглядеть моложе и интереснее, и эффектнее. Ой, как же мне это нравится. Крем, я прям могу сказать, что по сравнению с прошлой серией, намного гуще. То есть прям ощущается, что так вот, вот размазать, видите, его прям сложно. Его вот реально вбивать нужно по чуть-чуть.
и небольшое количество мне хватило, чтобы вот нанести на всю зону лица. И сейчас на лоб еще нанесу. Как раз тут осталось. Ох, как я ждала эту серию. Вы не представляете. Но я думаю, что девочки меня поймут, когда хочется хорошо выглядеть. Тем более весна. Все распускается, цветочки, солнышко, травка зеленеет. И просто хочется быть принцессой сказочной. Так, все я сделала. Крем нанесла. Хотя от крема такой, как будто даже холодок по лицу. Может быть, мне, конечно, кажется. Нет, тут прям реально как будто холодок на коже. Ну что, помолодела с одного раза? Ну, трудно понять. Знаете, как говорят, чем хуже состояние кожи, тем ярче эффект. Ну, просто прокомментирую свои ощущения от серии. Как я уже говорила, что гель-тоник я уже пробовала, я знаю, что это такое. Это теперь мое любимое средство, входит в топ-10 моих любимчиков. И мне очень нравится этот эффект, что кожа настолько чистая, и он абсолютно не сушит кожу, и при этом такое ощущение вот свежести, чистоты. Далее я наносила крем для глаз. Напоминаю, что его наносим аккуратненько, вбивающими такими движениями, постукивающими по кругу от внутреннего угла. Мы действуем в сторону к нижнему, а по нижней части к внутреннему наоборот. Одну капельку делим пополам на два пальчика и распределяем. Далее я нанесла сыворотку. Наносим сыворотку сначала на руку, двумя пальчиками подушечками набираем и вбиваем себе в кожу. Не знаю, мне кажется, я чувствую уже эффект даже визуально. Кожа какая-то немножко другая стала. Мне прям очень нравится. И затем сыворотка очень быстро впитывается. Мы наносим крем также постукивающими движениями. Вот и весь уход, всего 4 этапа. А вечером мы меняем дневной крем на ночной и делаем все то же самое. Поэтому сейчас пройдет 20 минут, и я посмотрю, что произойдет с кожей. Мы продолжим записывать видео. И вы тоже напишите, что вы заметили, если заметили, конечно, или нет, если нет. GoPro стоп видео. Спустя. Итак, что же произошло с моей кожей? Ну, я понимаю, что на видео вы не можете все рассмотреть так досконально, но я-то вижу и знаю свою кожу, что я отмечаю, что заметно, даже по одной вот этой морщинке я уже вижу, что она стала заметно меньше, как бы лоб разгладился. Кожа более ровная и очень приятный оттенок, даже какой-то розовый цвет появился в лице. Так что я довольна, буду дальше пользоваться, потому что, как говорится в рекомендациях, одного раза явно недостаточно. Нужно постоянно пользоваться этой серией, чтобы результат улучшался с каждым днем. Надеюсь, это видео вам полезно. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И желаю всем красоты, любви и счастья. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro стоп видео.